Ребят, а мечты не сбываются. Да, и это не я сказал. Это написано у Зеланда и еще в разных источниках, ну, не столь важно. Главная суть — это то, что мечта должна стать целью. Потому что цель — это как раз точка Б. Это когда вы находитесь на дистанции, на точке А, вы знаете, что вам нужно пробежать ее, добежать до точки Б. Вы четко знаете, что вам нужно сделать. Даже если не знаете, мы это можно составить план. Первый, второй, третий и так дальше. А мечта — это просто красивая картинка. Не более того. Так вот, как раз разобраться в том, что моя настоящая мечта может стать целью, да, то есть перерасти в цель, и ее можно достичь, помогла мне Лара. Она сказала вроде банальные слова, но говорит: «Макс, ты в свои 26 лет, по сути, можешь только помочь себе сам». А действительно, я так задумался, а если надеяться там на папу, на маму, на друзей, там, на девушку, на еще кого-нибудь, ну, манна с неба не посыпется сама. Ты должен быть этого достоин. Чтобы быть достойным своей мечты, нужно развиваться. Нужно каждый день идти к ней, идти к своей цели. И одно могу сказать, что за время занятий, сами занятия где-то были 4 месяца. За это время сколько нашел в себе спрятанных комплексов, каких-то зажимов, которые настолько со мной уже сроднились, да, что я их даже не замечал. На занятиях у Лары они просто вот так вот повыщелкивали, как грибы после дождя. Я был просто в шоке. Хотя, ну, в университете я был всегда на видных местах, да, то есть я участвовал, там, репетиции, концерты, я любил деятельность творческую, играл еще куда-то в группе. Но я думаю, в каждом человеке есть такая некая пелена, разделяющая настоящий потенциал с повседневной жизнью, в которой мы себя загоняем разными проблемами. За это время я уже снялся в 5 картинах. Пока это ролики на подмосковных каналах, но тем не менее, блин, ребят, обычный парень с деревни может теперь похвастаться тем, что он снимался на подмосковных телеканалах. Хотя нет, вру, даже было НТВ, да, точно, было НТВ. То есть уже и московный канал добавился, московский канал добавился. Без Лары этого бы не получилось. Когда ты ищешь, как реализовать свою мечту, цель, да, тебе судьба дает человека, который тебе поможет. И если вы на сегодняшний день каким-то случайным способом попали к Ларе, то я вам скажу, это не случайно. Вы именно искали того человека, того коуча, который вам поможет с мечты перейти на цель. А вы цель достигнете. А дальше уже поступайте, как будет вам угодно. Вот теперь я знаю, то есть я этот этап прошел. Я знаю, на что я способен. Я знаю, к чему мне расти дальше. Я четко вижу свои минусы, четко вижу свои плюсы и знаю, как их улучшить. И как самое главное, именно у Лары я узнал, как можно свои минусы обернуть плюсом. Просто мы неправильно относимся. Мы не знаем, как это сделать. Нас этому не обучают. А на актерских занятиях, на курсах, это как, оно само становится и видно, и понятно. Поэтому, ребят, я желаю вам только удачи, идти своей мечте, цели. И если вы у Лары, доверьтесь ей. Удачи!